Привет! Привет! Мы Инди Синди. И мы занимаемся тем, что снимаем видео для нашего YouTube-канала с веганскими рецептами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Подписывайтесь обязательно. Все наши рецепты очень классные. Мы вам гарантируем, у нас уже около сотни рецептов, и они все очень крутые. У нас на канале есть уникальная, наверное, во всем интернете серия блюд грузинской кухни для веганов. И еще такая же про блюда шведской кухни. Мы считаем, что каждый может готовить по вегану, и мы хотим донести эту мысль до как можно большего количества людей. Наши рецепты очень простые, наши ролики короткие, и в них все по сути. Поэтому готовить по нашим рецептам может кто угодно, даже начинающий кулинар. Главное выделить на это немного времени. Готовить по нашим рецептам дома не только просто, но еще и недорого. Дороговизна веганства – еще один стереотип, с которым мы пытаемся бороться. Так уже вышло, что раньше вы могли нас видеть только по частям. Руки, ноги. Губы, которые едят хинкали. Это связано с тем, что мы просто не хотели становиться публичными личностями, при том, что мы очень хотели снимать для вас рецепты и популяризировать веганство. Но мало того, что разговорные видео – это не совсем наш формат, мы также очень боялись, что не сможем выдержать конкуренцию с другими блогерами, потому что мы не такие смешные, забавные, веселые, харизматичные, как другие блогеры. Ну, твоя реплика. Мы выпускаем по видео каждую неделю, и это довольно большой объем работы. Для начала нужно найти или придумать рецепт. Потом мы его адаптируем, тестируем, и только после того, как он получается точно, мы приступаем к съемке видео. Потом монтаж. Если вы не впервые на нашем канале, вы, скорее всего, заметили, что мы монтажу уделяем достаточно большое внимание. Мы понимаем, что склейка разговорных видео, наверное, заняла бы у нас меньше времени, но мы не ищем легких путей. И что немаловажно, это почти полноценная работа, которую мы выполняем просто за идею, на голом энтузиазме. И все то время, что мы делаем канал, наше финансовое положение весьма нестабильно. Нам очень хочется продолжать делать то, что мы делаем, но иногда все так печально, что задумываешься, а не бросить ли все и не найти ли нормальную работу. Это будет очень некстати, учитывая то, что веганство сейчас на пике популярности. И будет очень обидно, если мы не сможем снимать рецепты, которые сейчас смотрят все больше и больше людей. Поэтому сегодня мы обращаемся к вам за помощью. Есть такой замечательный сайт patreon.com. На нем вы можете стать патронами, то есть покровителями людей или проектов, которые, на ваш взгляд, этого достойны. Зарегистрируясь на этом сайте, вы ежемесячно можете давать небольшое пожертвование проекту, который вам понравился. И в данном случае это мы, если вы смотрите это видео, потому что вам нравится то, что мы делаем. В свою очередь мы за ваше пожертвование обещаем вам кое-какие бонусы, о которых вы сможете прочитать на нашей страничке на Патреоне. Об одном таком бонусе мы готовы рассказать прямо сейчас. Вы давно просили нас снимать разговорные видео, но мы не решали сделать этого на широкую аудиторию. Но для наших патронов мы готовы сделать исключение. Мы собираемся снимать одно видео раз в две недели. Это могут быть видео про все что угодно. Про нашу кухонную утварь, про обязательные специи, которые нужны каждому вегану. Про веганские продукты, которые должен каждый веган знать. И, например, ну, я не знаю, про то, какую зелень мы выращиваем на подоконнике. В целом, мы готовы к обратной связи, поэтому мы планируем снимать видео на те темы, которые вы предложите нам. Если вам такое интересно, становитесь нашими патронами. Если же вам не интересно смотреть, как мы болтаем, все равно становитесь нашим патроном, нам будет очень приятно. Нам нужна любая ваша поддержка. Если вы хотите помочь нам развиваться, вы можете сделать это. Просто расскажите о нас вашим друзьям, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, обязательно шарьте наши видео в социальных сетях. Мы очень благодарны вам за то, что вы с нами, и вместе мы изменим мир к лучшему. Подробнее о том, что такое Patreon, о том, как вы можете нас поддержать, о том, какие бонусы вы за это получите, вы можете прочитать в описании к этому видео или на нашей страничке на Patreon. Ссылка в описании. Пока! Пока-пока!